Мир словно на пороге Третьей мировой войны. За последние годы несколько стран превратились в полигоны для военной техники. Причиной этих событий эксперты в первую очередь называют политику лидеров этих государств. Они не смогли защитить национальные интересы. Тем временем Азербайджан остается островом стабильности и больших достижений в мировом масштабе. Благодаря политической воле и продуманной внешней политике президента Ильхама Алиева, сегодня страна успешно предотвращает любые угрозы национальной безопасности. Сегодня азербайджанское общество и власти Азербайджана однозначно стоят на страже национальных интересов. Как президент, я до конца буду защищать национальные интересы, нашу государственную независимость. То есть, говоря о независимости, я имею в виду не атрибуты, а реальную независимость. Можешь ты проводить реально независимую политику или нет, а может, действуешь по чьей-то указке, кому-то кланяешься. Азербайджан никогда не уступал таким попыткам. Наоборот, мы сражались и побеждали на всех площадках. Результат титанического труда и мудрой политики налицо. Сегодня Азербайджан является независимым государством с решающим голосом во всех региональных вопросах. Все стратегически важные проекты на Южном Кавказе реализуются исключительно с учетом мнения Баку. Кроме того, в отличие от целого ряда других стран, в Азербайджане нет источников внутренней угрозы. Политика президента всецело поддерживается обществом. Продуманная политика президента Азербайджана защищает страну от внешнего вмешательства, что крайне важно в условиях сегодняшней геополитики в мире. Что касается конфликтов, мы всегда поддерживали диалог и дипломатические решения любых разногласий. Мы всегда были и будем на стороне международного права. Сегодня происходящие в мире события показывают, насколько важно единство народа и руководителя страны. Мы видим, какую роль играет дальновидная внутренняя и внешняя политика. Страны, в которых все это есть, защищены от глобальных угроз. Азербайджан, как председатель движения неприсоединения, является примером для многих государств. Все решения руководства страны отвечают интересам народа. Позиция Баку по многим вопросам благодаря успешной внешней политике принята и влиятельными международными организациями. Страна уделяет особое внимание поддержке межгосударственных отношений, отрицающих вмешательство извне.